чистые пруды. Чистые пруды, покрытие льдом. Сегодня где-то температура, я так понимаю, от минус одного до плюс одного. Вот, лед тут не толстый, немножечко побит возле берега, но все озеро покрыто льдом. Все озеро. Лед опять же тоже не толстый, пока он еще просвечивается, видно даже дно, листья там на дне, на небольшой глубине. Вот. Но тем не менее лед есть. Ну, зима все-таки. Так что на одном из основных водоемов Москвы зима тоже наступила. Вот. Сейчас время у нас сейчас где-то. Ага, сейчас время 22 минуты 5 вечера. Ну, уже начинает темнеть, поэтому время для съемки не очень удобное.